Добрый день, меня зовут Алексей Конобейских, это моя жена Алена. На данный момент мы находимся в Ираке, это Курдистан, город Эрбиль. С 2019 года мы работаем фитнес-инструкторами, я по кроссфит, жена по фитнесу. Когда наступил период пандемии, зал закрылся. Сначала на 10 дней, потом на месяц, теперь на 3 месяца. Нам нечем платить на данный момент, средства заканчиваются. Мы обращались в посольство Российской Федерации неоднократно, на что нам отвечали: мы не знаем пока, чем вам помочь, сами ждем распоряжения и дальнейшей информации. Хотя мы граждане Российской Федерации, не знаем, почему нам не могут помочь. Дальше уже обращались в Министерство иностранных дел, и также я регистрировался на госуслугу, все это через приложение, неоднократно писал нашу ситуацию. Также все игнорировалось, просто писали, что спасибо, что уведомили нас о том, что вы находитесь за границей. Больше никакой информации не поступало, никто с нами не связывался. Ежемесячно нам необходимо платить минимум это $750 за жилье плюс коммунальные услуги. И что-то нужно кушать. Поэтому пока не знаем, как нам быть, что нам делать. И здесь карантин продлевает еще на месяц. Спасибо.